С 2007 года каждое 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. По инициативе Искитимского военкомата в этом году в День воинской славы в нашем городе, районе и Новосибирской области состоится патриотический диктант, названный по предложению региональной ассоциации героев диктантом героев. 9 декабря с 9:00 до 21:00 на сайте Ассоциации Героев России будут принимать ответы на тестовые задания, которые размещены на сайте ассоциации. И, соответственно, до 25 декабря будет проведена оценка данных работ и будут уже награждаться победители. Основная часть вопросов патриотического диктанта носит тестовый характер и допускает возможность поиска ответов в интернете или справочных энциклопедиях. Лишь последнее задание предполагается выполнить в виде краткого эссе. Задание 11-е, задание творческое, и оно идет именно от души. А здесь самое важное – понимание вашего отношения к данному празднику, к данному подвигу. И, соответственно, конечно, это задание не является обязательным, но победители в основном, конечно же, будут определяться с учетом 11-го задания. Победителей планируется, что будет не менее 10 человек. Всем победителям, соответственно, планируется, что будут призы от Ассоциации Героев России. 9 декабря можно будет зайти на сайт телекомпании «Исток», на сайт Искитимской газеты и на сайт газеты «Конкурент». И по ссылкам можно будет выйти на сайт Ассоциации героев регионального отделения города Новосибирск и там уже принять непосредственное участие в диктанте героев. Заслуженный летчик-испытатель, герой России, полковник в отставке Поташов Валерий Серпионович в личном обращении к землякам предлагает проверить себя, ответить на вопросы диктанта и выполнить его творческое задание. Наша организация, Российская ассоциация героев, объединяет героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы. Многие удостаиваются высшей государственной награды, к сожалению, посмертно. А многие герои продолжают работать и исполнять свой служебный долг. Для тех, кто носит на груди золотую звезду героя, главное – это любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию ради своей страны. Для нас очень важно, чтобы продолжалась героическая история нашего народа, которому все имеем честь принадлежать. Дорогие земляки, участвуйте в диктанте героев, сохраняйте живой интерес к нашей истории. Желаю вам здоровья и всех благ.